Эрудит – это образованный и всесторонне развитый человек, который много знает и грамотно говорит. Эрудированный человек постоянно занимается самообразованием. А можно ли развить свою эрудицию и что нужно для этого делать? Я не помню, честно. Не знаете, кто такие эрудиты? А вы? Умные люди. Умные люди, наверное, эрудиты. В общем, развиваться. Человек должен быть разносторонним, чтобы быть эрудированным. А как вы считаете, это скучные люди, нет? Нет. С ними интересно поговорить обычно. Знаете, кто такие люди эрудиты? Догадываюсь. А кто это? Всезнающие. А это скучные люди, нет? Нет, наверное. А как развить эрудицию? Читать надо и думать. Володь, ты знаешь, что это? Мы не знаем. О, это я не знаю, девочки. Честно? Нет. Мне сегодня 60 лет. Мы вас поздравляем. Спасибо. Искренне здоровья вам, успехов, всего самого хорошего. Так что у меня голова не на том месте. Из ваших знакомых есть эрудированные люди? Есть. Ну, рассказывать про всех просто ни времени, ни сил. Вот. Есть, которые достигли определенных высот, и судьями работают, и всеми работают. Есть умные. Ну, в принципе, это мой обычный день. Я читаю книжки серьезные, ну, и готовлюсь к работе. Значит, вы эрудит. Спасибо. Да? Согласен, да. Согласен? Согласен. Здорово, мы нашли эрудита. Нет, я думаю, что с любым человеком есть о чем поговорить. У каждого человека есть своя история, у каждого человека есть свой характер. И его надо как минимум за это уважать. Нет. Ой, вы знаете, мы уже вышли из этого возраста. Наверное, много читать, узнавать что-то новое постоянно. А как вы считаете, эрудированные люди скучные? Да вряд ли. Так, развивать эрудицию? Ну, наверное, больше читать. Что? Загадки. Думаю, что все в книгах. Скажите, а вы считаете людей эрудированных скучными или нет? Нет, скучный человек, считаю, из-за другого, не из-за эрудиции, это точно. Знаете, как развивать эрудицию? Да, конечно. Как? Больше читать книжек, больше думать. Ой, я этого не знаю, девочки. Больше развиваться. Книги читать. Читать. Читать что? Ну, газеты? Умные книжки. Нет, газеты сейчас, не знаю, наверное, никто не читает уже. Читайте разную литературу, смотрите научно-познавательные фильмы, занимайтесь самообразованием, развивайте свою эрудицию, и вашим обществом будут дорожить.